все здесь дружно, одной большой компанией делаем хорошее, благое дело для нашего города. 3 года назад мы вместе с Леруа Мерлен это делали, и до парка никому не было дела, он был загрязнен. В прошлом году вместе с нами ОГУ убирал его, а в этом году еще дополнительно ресурсы привлекаются. Значит, мы делаем хорошее дело, раз за нами тянутся. Мы его облагораживаем каждый год, делаем это весело. Зачем приходить на субботник, если ты такой скучный, невеселый? Лучше с хорошей компанией, с хорошей музыкой и приятным завершением дня вот так вот покрасить бордюр, а потом ты будешь приходить в этот парк и говорить: вот смотри, это я делал. Классно, компания Уфанет сделала. Компания Уфанет вместе с администрацией города 26 апреля приняла участие в окружном субботнике. За несколько часов сотрудники облагородили парк имени Перовского, где проходили первые социальные проекты Уфанет. Праздник для первоклассников «Дети – наше будущее». С компанией Уфанет мы, получается, уже практически традиционно проводим субботники именно на территории этого сквера. Компания Уфанет помогает наводить здесь порядок, прибирать листву, мусор, подкрашивать бордюры, за что ей огромное спасибо. Субботник – это же своего рода тимбилдинг. Мы здесь собираемся все вместе, объединяемся, веселимся, убираемся. Мы считаем, что наш город должен быть чистый, и всегда, когда нас просят помочь, мы всегда выходим и делаем это. Когда сам уберешь как бы город, парк, лавочку, наверное, в другой раз не захочется бросить обертку мимо урны. Жители города тоже не остались в стороне. В некоторых микрорайонах люди самостоятельно организовали субботники. Так, совместными усилиями был расчищен участок будущих поликлиники и парка на Высотной. Не обязательно ждать инициативу мэрии, чтобы облагородить город. Важно лишь желание видеть Оренбург чистым и красивым. Анастасия Клёсова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.